Тут вообще нельзя жить. Да ладно тебе. Тут линии передач. Не вредничай. У меня уже появилась опухоль. От электричества рака не бывает. Мама, тут есть кухня. Надо же, как здорово. Я посмотрю спальню. Не носись так. Хозяин дома готов сбросить цену. Показать фокус? Какой фокус? Мама, нам тут нравится. Вроде бы жизнь налаживается. Я думаю, будет гроза. И что теперь будешь плакать? А ты можешь оттуда выйти? С кем ты разговариваешь? Мэдди! Мэдисон! Мы не знаем, что делать. Вы пришли туда, куда нужно. Такое ощущение, что это необычное привидение. Ничего подобного мне еще не встречалось. Это новый и очень мощный полтергейст. Мэдди? Вернись к нам, прошу тебя, милая. Привет, мама. Отбросьте страхи. Им известно, чего вы боитесь.